На остановку боя он продолжил поединок
И, да, и неспортивное поведение. То есть я видел, спортсмен синего угла решил показать, что у него никакого ущерба реального нет, решил продолжить, но спортсмен с красного угла проявил неспортивное поведение, поэтому мы объявляем no contest. Свят победил! Всех приветствую! На самом деле я не ждал решения судей, потому что мне не важен исход этого боя, я этот бой не выиграл. Единственное, вы сказали, что я сдался, я не сдавался. Вот, я не сдавался. Серьезно? Да, да, братан, да. Ладно, я его не знал, я мог продолжать. Больше не делайте. Никогда не надо выпить. Ты лучше, Свят! Я выхожу драться. Свят, ты лучший! Насчет будущего! Ну, можно даже сделать вывод, потому когда я его приветствовал, с разворотом, мне ударил живот. Да, это можно делать, но по-человечески видно, что просто профессиональный боксер, боец немного подочковывал блогера и решил сразу скользко, вот такая ногу потянул. Это говорит о его условии. Точно! Точно! Видимо, в следующий раз я с умом буду разговаривать, чтобы никогда ничего не выкидывали. Потому что я сам знаю, когда мы совершаем бой, когда я могу это сделать. Лучший! Ну, матом, мы даже с ним где-то валялись, он матом ругался, он оскорблял меня. Ну, это просто показывает, что Грибом! Грибом, я думал, что это достойный профессиональный боец с рекордом 6-2. Такой добряк, дерется везде, спокойненький. А он подлый! Даже на меня не газовал все это время. А он подлый! А здесь проявился вот этот подлость. И после боя, когда рефер остановил, взял, ударил в двух рук, я не знаю, чем упал. Даже не в этом дело, а в том, как ты себя ведешь. Ты, у меня к тебе нет уважения. Реванш, ни у кого нет. Я бы сделал реванш из твоей спасения. Свят лучший! Да! Ну что,
Ну, сечь, когда пошла, почувствовал кровь. Такого, чтобы меня что-то потрясло, но не хочу накидывать там. Но чтобы потрясло не было, чувствовал кровь. Попал локтем, пошла кровь. Ну, нормальное явление. Я мог драться, мог продолжать. Вышло, как бы, сначала не сделать. На улице хочу реванш его толпой, ёбнуть их всех. Очко. Какой реванш после того, как он себя повёл? Спортивного поведения больше всего будет. Потому что так себя не ведут. Они бы, если были достойны его главы, оттянули бы его, сами выкинули бы и не дали бы ничего сделать. Они поддержали его. И бухают. Я